Отопительный сезон начнется еще не скоро. Для этого нужно, чтобы в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держалась на уровне меньше 8 градусов. Однако уже с завтрашнего дня в некоторых ивановских домах значительно потеплеет. В городской мэрии приняли решение уже в пятницу начать пуск тепла в детских дошкольных учреждениях, школах и других учреждениях социальной сферы. Это беспрецедентное решение было принято в связи с участившимися случаями болезни малышей. В данном случае администрация берет на себя ответственность за преждевременный пуск отопления. Мы специально делаем это в пятницу для того, чтобы в субботу, воскресенье отработать, и наибольшее количество детских садов должно быть подключено к системе отопления, чтобы малыши уже в понедельник смогли прийти в теплое помещение и, соответственно, заниматься и проводить время в детских дошкольных учреждениях уже в комфортных условиях.